Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». Сегодня на обзоре сплит-система Balu BSDI 18HN1. Не пропустите выход нового обзора, для этого подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Для покупки этой модели по выгодной цене переходите по ссылкам, которые оставлю в описании. Для развития канала важна ваша поддержка, ставьте лайки и пишите комментарии. Серия Lagoon DC инвертор – это новое поколение доступных по цене инверторных кондиционеров Balu. Инженеры компании Balu создали еще более производительный, экономичный и высокоэффективный кондиционер с современным белоснежным корпусом. Эта серия оснащена внутренними блоками со скрытым дисплеем, на котором отображаются температурные и рабочие режимы. Все действия по управлению сплит-системой совершаются с помощью пульта ДУ. Дизайн сплит-систем отлично подходит для современных интерьерных решений. Лаконичный и элегантный, он не будет навязчивым элементом, нарушающим гармонию композиции, а легко и непринужденно впишется в обстановку. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков. Современный инверторный DC компрессор. Он обеспечивает снижение энергопотребления на 20-40% за счет очень плавного и точного регулирования мощности. Также это обеспечивает существенное снижение уровня шума от сплит-системы и повышает точность поддержания температуры в комнате. Кроме фильтра предварительной очистки, кондиционер также оснащен ионизатором воздуха Ion Air, который позволит уменьшить количество пыли в помещении и сделает воздух более полезным. Отдельно также следует выделить очень низкий уровень шума от внутреннего блока, благодаря чему работающий кондиционер практически не слышно. Благодаря расширенному температурному диапазону, в котором кондиционер может работать в режиме нагрева до минус 15 градусов, вы сможете очень экономно обогревать помещение значительную часть холодного времени года. Отопление при помощи кондиционеров и тепловых насосов более выгодное в сравнении с обычными электронагревателями. Большое количество функций и дополнительных режимов позволит вам при помощи этого кондиционера создать в доме оптимальный микроклимат. Запоминание положения жалюзи позволит сохранить оптимальные настройки для помещения, в котором установлена сплит-система. Защита от коррозии поверхностей теплообменников за счет специального покрытия. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, и сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Высокая цена. Теперь перейдем к положительным. Работают безотказно. Много полезных функций. Сохраняет настройки. Удобный пульт. Умный таймер. Тихая работа. Заданную температуру поддерживает точно. Управление по Wi-Fi опциональное. В описании под видео вас ждет подборка ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».